Найджел Слейтер – легенда в кулинарном мире. Рецепты этого повара покоряют своей изысканностью и одновременно простотой. В своей книге «Главное блюдо зимы» он предлагает каждый зимний день готовить новое блюдо. Какие бы продукты, соусы и десерты вы не предпочитали, среди 100 рецептов найдется все. Такая вкусная и теплая книга, даже новогоднее настроение появилось. Отличный подарок для жены. Приберегу на новогоднюю ночь. 50 любимых рецептов Ники Белоцерковской к праздничному столу – концентрация самых вкусных блюд из изданных книг и личного блога Ники. Умопомрачительные утки, мясо, солянка, суточные щи, бодрящие морсы, слоеная выпечка, закуски, паштеты, рулеты, пироги. Не надо изобретать велосипед, нужно довериться любимому автору. Взять его новогоднее меню – и будет праздничное счастье. Обожаю блог Белоцерковской в интернете. Книга получилась такой же яркой и красивой. Думаю, и мужчина справится с этими рецептами. Все просто и вкусно. В нашей жизни происходит столько праздников. Новый год, дни рождения, 8 марта и множество других поводов. И каждое торжество предполагает традиционное застолье. А без чего не может обойтись ни одна праздничная трапеза, конечно же, без салата. В книге Татьяны Сотниковой вы найдете десятки рецептов этого блюда. Отличная книга для тех, кто любит легкую еду. Есть шанс не поправиться после праздников. Как-то смущает, что в книге одни салаты. Лично я за жареное мясо, хотя пару рецептов для себя выделил.